Настя на джунике. Разминаемся. Держи, держи ножку, пяточку под попой. Хорошо. Тася на лунтике. Держи стремя ближе к пальчикам, перебрасывай. Чуть локоть согни и к себе, вот так, да, ручки чуть повыше. Не держи их так низко, не бросай руки. Хорошо, молодцы. Такой у нее маршрут, как она заезжает и как она проезжает. Хорошо, еще раз. И ты точно так же сейчас, но на шагом. То есть оттуда начинаем и за крестовинками сине-желтыми. Сейчас вот Тася сделает полувольт направо на желтую жердь, потом поворотик легенький между фишек, кавалетти, голубая, красная, стойки и выезд на стену между жердей.